Дорогие друзья мои, уважаемые зрители, рада всех приветствовать на нашем с вами канале. На канале Пидубна Лайв «Сила жизни Венеции». Сегодня суббота, назову вам день, не знаю, когда видео поставлю. Просто хочу сказать, почему называю день. Потому что мы объездили 3 ресторана и везде уже занято. Мы сначала не позвонили, не перезвонили, не заказали место. И везде уже заказаны все столики. И приехали, вот в принципе 30 километров надо было отъехать от Местры, чтобы вот приехать. И перезвонили сначала и заказали столик уже здесь, потому что 2 ресторана приехали, поцеловали, просто не замок, нет, открыто было. Но поспасибо ли и уехали дальше. Так, внутри вам покажу немножко ресторан. Это любимый, один из любимых ресторантов Элины, моей подруги Элины. Вы ее знаете, вы ее видели со мной. Они очень часто здесь празднуют Новый год, заказывают, и все семьей празднуют. Итальянская семья, так как она замужем за итальянцем. У него все его братья и сестры, все они вместе всегда празднуют Новый год в этом ресторане, да, Семирамиде. Снимать людей не могу, тут мы садимся с Маур, это наш столик. Не буду снимать людей. Такие рестораны в Италии все похожи между собой. Давайте я выключу камеру и тоже схожу по моей ручке. Хлебушек, я сказала хлебушки, да? Хлебушек. На мои зубчики. Я такой кусочек взяла мягенький, с оливкой люблю. Мауро заказал пасту себе с мяском крабика. А я заказала, ну сейчас пока антипаста, а потом капелунги хочу. Покажу вам капелунги. Сейчас вам покажу маскардини, вот это называется маскардини. И они их едят со всеми внутренностями. Вот. Это будет Маура есть. У меня сегодня давление, и я не все переношу. Ни на запах, ни на глаз. Приятного аппетита. Только что принес мальчик, еще подложил мне капесанта горяченького. Они подносят так вот по чуть-чуть. Смотрят, что я съела. Съела холодное, поднесли горячее. Вот это капесанты. А квесто капероссо. Это с лагуны капероссо. Венецианская лагуна. Ну вот пришли мои капелунги. Это ракушки, которые вот такие длинные капы. Это ракушки, в принципе. Лунги это длинные. Они вот так вот стоят на там, где мелкая лагуна. Кстати, сейчас покажу. Вот тут есть, как дети когда-то вот ловили, вот дичь в воде. А когда мелкая лагуна, так руками просто достаешь. Там, где аквабасса. Принесли мне десерт. Смотрите, говорю, несите еще одну ложечку. 4 вот этих фрителли. Фрителли это пончики. Их делают только во время карнавала. А я заказывала только крема каталана. Ничего, Мауро поможет. Еще одну ложечку принесите, Мауро поможет. Пообедали мы очень вкусненько. Видите, как они сохраняют. Все уже поломано, побито, но они сохраняют. Кстати, этот ресторан находится недалеко от моря, от Езело, курортный городок. Наверное, километров 10 к Езело. Все, всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем очень благодарна. И до скорых встреч. Quanto pagato, amore? 105 евро.